В рамках региональной недели партия «Единая Россия» Щелковский район посетил депутат Государственной Думы Владимир Кононов. Визит прошел сразу на двух крупнейших предприятиях – «Газпром Космические Системы» и «Щелково Агрохим». Не просто пообщаться, но и посмотреть, как сегодня развиваются компании, с какими трудностями сталкиваются, в чем можно оказать поддержку. Первый визит в компанию «Газпром Космические Системы», успешную и известную как на российском, так и на мировом рынке спутниковой связи. Предприятие создало, эксплуатирует и развивает систему спутниковой связи и вещания «Ямала», а также разрабатывает технологически новую для России систему аэрокосмического мониторинга «Смотр». Здесь конструктивный диалог с руководством и сотрудниками и четкое понимание статуса компании. Они не только передовое предприятие в области технологий, потому что скоро будет запущен спутник совершенно другого уровня, так сказать, другого поколения спутник, который обеспечит, так сказать, интенсивность связи, вещания в 4 раза больше, чем обычные спутники, которые сейчас есть. То есть мы в этом плане опережаем и японцев, и там, европейцев, и это здорово. Приезд в компанию «Щелково Агрохим» также стал важным пунктом в ходе визита депутата Госдумы. За год предприятие инвестировало в развитие науки более 400 миллионов рублей. Владимир Кононов обсудил с руководством планы по развитию объектов сельского хозяйства и фармацевтики. В этом плане технологии не просто ради технологий, наука не просто ради науки, а наука ради людей, ради для того, чтобы жизнь наша становилась комфортней, приятней и лучше. В заключении круглый стол с представителями крупных предприятий района. В ходе также обсуждались наиболее волнующие предпринимателей вопросы. Так, подобные встречи в дальнейшем позволят помочь как району, так и государственным деятелям понять и поддержать как развитие науки и технологий, так и экономики, что сегодня является приоритетом в развитии всей страны. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».